Так, я сегодня в очень нехарактерном для меня месте. Понимаете, да? И выгляжу я соответствующе нехарактерно для себя. Так, захожу я, короче говоря, в VIP. А здесь моя любимая женщина находится. Просто. Посмотрите на эту душку. И когда еще, если не в 60? Ну вот 100%. Почему шерф 74 можно, а мне в 60 нельзя? Вот именно. Вот посмотрите, вот это тот случай, когда человек не боится носить белый цвет. Да. Потому что всегда можно зафотошопить. Моя звезда. Ну, у меня тут вообще такая красота. У меня, говорю, такая тут красота. У нас сегодня вечеринка. Бал. У Евлеевой. Потрогай меня. Потрогай. Да. Пожилые какие-то, блядь. Вот понимаешь, когда люди готовятся. Ау. Нет, это клипс. Вам за это да, секс-символ. Да. Моя этого королева. Ну просто... А кто поговорил? Вот старая гвардия. Вот старые, они пашут глубоко. Красавчики. Мюзикл в Чикаго, только по-другому. Хоть меня Бринсиагу не пускают, но я не могу отказать себе в роскоши приобрести... Как у Золушки прям. Похуй Farfetch нам в помощи. Похуй Farfetch нам в помощи. 23 миллиона рублей. Поэтому если меня кто-то сегодня захочет украсть, это классная идея. Я снимаю все прилично, Лола. Все прилично. Оленька, для тебя, смотри, это все понятно, понимаешь, как будто бы нет интриги. Бат, ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе? Нет. Вашему вниманию предоставляется... Батюшка, я еще и никогда, не трогала 23 миллиона рублей на попе. На попе! Ну, вернее, ты знаешь, что от нее осталось. Это просто бомба. Да, вот я решила сделать вот такой вот акцент. Очки, всего лишь скромный бриллиант, и все. И какие-то тряпки намотаны. Я так понимаю, что ты сегодня не садишься. Я сегодня не сажусь. Ты зашла ко мне, я стояла как истукан, но это тоже хорошая. Так, ну я сейчас еще и себя с сисями покажу. Да, это вообще, смотри, я вот сейчас зазумила. Ты посмотри, это, ребят, стоит... Без 23 миллионов, конечно, но... извините, да, тоже, что-то побольше нет, это 10 из 10.